Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вот такой пауэрбанк из Китая, который перестал заряжаться после длительного незаряда. Его заряжаешь, а он не принимает ток на себя. То есть остается как бы в незаряженном положении все время. Соответственно, наверное, сработала плата защиты переразряда, и больше он не поддается никаким признакам жизни. Написано 10 тысяч мАч, качество Roche, 1 ампер. Выход и вход тоже самое заряжать. Сейчас мы его разберем, посмотрим, чем представлены кишки у нас. Вскрыли мы наш пауэрбанк 10 тысяч мАч. И что мы здесь видим? Платка-стабилизатор, соответственно. И емкость нашего аккумулятора. Сука, кто-то ее стер, по-моему. Хитрожопые китайцы. Ну, здесь рядом лежит аккумулятор из такого же пауэрбанка, на нем ничего не написано, но я знаю, что он на 5000 мАч. Итого этот аккумулятор, он по размеру соответствует, то есть они друг друга как бы, ну, как бы этот немножко не тоньше, но я думаю, что где-то 5000 у него, либо 4000, либо 5000 реальных в нем есть. Соответственно, нас китайцы наебали в два раза. 10000 и 5000. Вот такие вот пироги. Всем спасибо за просмотр. Покупайте китайские пауэрбанки. Всем пока. После того, как я перепаял этот аккумулятор на другую плату стабилизатора, здесь показалось, что зарядка этого аккумулятора стоит 83%. Оказывается, что все-таки сдох не сам аккумулятор, а сдох вот этот вот какой-то из этих чипов. Но я не думаю, что связано с обломкой дросселя, если он там упал, допустим. И... Хотя хрен его знает, все может быть. Соответственно, его сопротивление изменилось, реактивное. Может быть, соответственно, какие-то процессы перестали происходить в этой схеме. Теперь уже тут, наверное, сложно будет найти причину. Поэтому мы ее просто распаяем. А юзать будем теперь вот с этой.